когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил. Привет. Это чил. Новая глава наших жизней начинается сегодня. Что будет написано в этом длинном романе под названием «Жизнь», не знает никто, кроме тебя. И это шанс. Это возможность стать лучше. Стать крепче. И стать сильнее. Это шанс, который начинается прямо сейчас. От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой чил.
Итак, все позади. Почти год назад во все страны, по всей планете пришел вирус. Жизнь каждого из нас разделилась надвое. До коронавируса и после. Кто-то потерял работу и остался без денег. Кто-то переехал в другой город. Кто-то, наоборот, изолировался. В нашей жизни пришла паника. Опасность. И мир погрузился в пучину безумия. Сейчас, когда все, наконец, почти позади, можно попробовать подвести итоги и разобраться, что это было. Тогда вымерли города, закрылись рестораны и спортивные клубы. Теперь мы можем вместе вспоминать тот сложный момент и понять, как справляться с такими ситуациями в будущем. Это Chill. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы начинаем.
Выпуск выходит при поддержке Котомкина Евгения Дмитриевича, арбитражного управляющего, который поможет вам в сложной финансовой ситуации. Хотите избавиться от долгов, претензий кредиторов и коллекторов? Евгений Котомкин более 5 лет занимается банкротством физических и юридических лиц. Поможет разработать план действий, окажет сопровождение на всех этапах процедуры банкротства. Получите бесплатную консультацию. Позвоните по телефону +7 917 700 33 97 или напишите kotarbitr@gmail.com. Выпуск выходит при поддержке Котомкина Евгения Дмитриевича. Thank you.
Если пользоваться геометрической метафорой, то жизненный путь человека мало похож на прямую. Скорее, его можно сравнить с серией резких скачков, разделенных плавными плато. Обычно периоды подобных скачков мы воспринимаем как кризисные, потому что плато, то есть стабильность, это основное, что дает нам чувство безопасности, предсказуемости и возможности контроля над ходом событий. В такие периоды, как пандемия, это практически невозможно. Испытания неизбежны и даже необходимы. Ведь все мы люди, развивающиеся существа. А любое развитие происходит не плавно, а скачками. Освоил нынешний уровень, переходи на следующий. На каждом таком уровне все новое. Новые требования и новые задачи. Навыки хоть и есть, но они старые, с прежнего уровня. Поэтому в начале пандемии появилось такое ощущение, что все мы в хаосе, и скоро все рухнет.
такие периоды ум человека, будучи неспособным уложить происходящее в какую-либо знакомую схему, чаще всего сначала уступает место бурным эмоциям, а потом просто отключается. Прошлое ощущается выгоревшим полем. Ничего не хочется. Жизнь кажется потерявшей смысл и направление. А свое состояние тогда и в такие моменты мы определяем как опустошение. Все лучшее уже было в прошлом. Теперь перед нами лежит кризис. И нам нужно принять решение, что делать дальше. Сегодняшний выпуск я назвал «Спасительный». В какой-то степени спустя год именно сегодня, когда появилась вакцина, когда количество заболевающих и заболевших людей идет на спад, у нас есть возможность выдохнуть то напряжение, которое было в прошлом. И этот специальный выпуск для тех, кто хочет сделать это со мной. Присоединяйся.
Наша жизнь, помимо всего прочего, циклична. Но просто не бывает сплошной белой полосы. Она всегда сменяется черной. В жизни постоянно происходят подъемы вверх, а затем следуют падения. Существует даже теория хаоса. И мысль, что даже в хаосе существует определенная закономерность, и что в мире в принципе нет ничего стабильного, мысль здравая. Предполагать, что наши жизни будут белыми и пушистыми все время, это все равно, что ошибаться. Так может быть, стоит остановить это? Что касаемо настроения. В сущности, настроение — такая особая штука, и она зависит только от нас самих. Даже если мы заизолированы, а весь мир сходит с ума, лишь наш взгляд на этот мир определяет нашу эмоцию, наше настроение. Период кризиса. Нельзя идти в ногу со всем обиженным миром. Нельзя поддаваться панике и падать духом. Нужно уяснить одну мысль. Мы управляем своим настроением. Его действительно можно изменить. Включить хорошую музыку. Приготовить себе теплый напиток. Укрыться пледом. И все обязательно будет... Есть такие люди на свете, которые просто уверены в том, что кризисы и проблемы их не коснутся.
И может быть, так оно и есть. Но все-таки для прикрытия тыла не мешало бы подумать и об обратном. Кризис, как и пандемия, обычно касается всех. Как следствие, стрессы, срывы, депрессии. Для этого необходимо анализировать ситуацию и просчитывать все изменения, а также возможное будущее. Ну и, конечно, стоит обращаться к знающим людям. Те, которые смогут помочь в этой неопределенности. В целом, пандемия показала, что любая сложная ситуация помогает человеку стать сильнее, посмотреть на себя с другой стороны. Именно поэтому в каждом сложном явлении стоит видеть и возможности, и перспективу, и положительные стороны. Thank you.
разнообразные проблемы, будь то финансовые или пандемические, аналогичны стрессу, который постоянно держит нас в петле. Ни один человек в сущности не желает находиться в ожидании неизвестности, не зная, что будет завтра или даже сегодняшним вечером. Существует по-настоящему несколько действенных способов побороть стресс. Заняться спортом, приготовить себе вкусную еду, прогуляться, выговориться близким или психологу, найти информацию, которая ответит на твои вопросы. Как показывает пандемия, кризис заканчивается. И главное — сохранить свое здоровье. Не только физическое, но и душевное. Посмотри на окружающих тебя людей. Задумайся, как они живут на самом деле. Может быть, тебе только кажется, что у них все хорошо. Скорее всего, они, как и ты, хорошо скрывают свои проблемы и неприятности. Посмотри вокруг. Обязательно найдутся люди, которым 100, 1000... десятки тысяч раз тяжелее, чем тебе. Так, может быть, стоит помочь им, а не тебе. И у тебя-то как раз все в полном порядке.
Если ты сумеешь абстрагироваться от негативных воздействий и держать свое сознание чистым, то жизнь станет гораздо легче. Да, жизнь меняется. В наших силах подстроиться под любые неприятные ситуации. Любая сложность — это не конец жизни. И даже пандемия подходит к концу. Именно эта мысль может заряжать оптимизмом в самые сложные времена. Such is life, feeling beautiful life. I see, yeah, I'm making changes now. Open up the door and I will be here. I am here. И еще одно. Когда человек замыкается на своих проблемах и не делится ими с окружающими людьми, ему становится еще тяжелее. Сегодняшний мир, который предлагает тысячи способов связи друг с другом, исключает один – встретиться, обняться и поговорить по душам. Это важно. И, может быть, стоит это сделать прямо сейчас. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке Котомкина Евгения Дмитриевича, арбитражного управляющего, который поможет вам в сложной финансовой ситуации. Хотите избавиться от долгов, претензий кредиторов и коллекторов? Евгений Котомкин более 5 лет занимается банкротством физических и юридических лиц. Поможет разработать план действий, окажет сопровождение на всех этапах процедуры банкротства. Получите бесплатную консультацию. Позвоните по телефону плюс 7 917 700 33 97 или напишите kotarbiter@gmail.com. Выпуск выходит при поддержке Котомкина Евгения Дмитриевича.
And we'll show them that it's not them who is appeasing. Чего боится большинство людей? Все мы боимся неизвестности. Нас преследует страх перед будущим. Во время финансового кризиса, пандемии, войны, революции мы живем в страхе. Но эти страхи начинают владеть нами. На самом деле будущего не существует. Рано или поздно оно станет настоящим, а потом и прошлым. На самом деле есть только настоящее. Сегодня. И это сегодня в силах нам изменить.
Это был чил номер 323. Спасительный. Трек-лист этого выпуска доступен в полном архиве программы на моей персональной странице сайта промо-диджей pdj.com/artdmitriev. Приглашаю. Последний год доказывает нам, что все меняется, все проходит, и это пройдет. И эта славная мысль, которую высказал Соломон, помогает действительно с оптимизмом смотреть в будущее. За поворотом весна, затем лето, солнце и настоящий чил. Меня зовут Артем Дмитриев. Я жду твои комментарии и отзывы на программу в многочисленных социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Это действительно важно — обмениваться своими мыслями и иметь на это возможность. Мы услышимся с тобой спустя неделю. Сейчас рубрика «Классика». Chill. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill. Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.